Ольга Павлова называет себя совершенствующимся художником, и торжественное открытие первой персональной выставки для нее очень волнительное и долгожданное мероприятие. Ее путь к карьере художника был долог и тернист. Ольга любила рисовать с раннего детства, но в жизни всегда находились занятия поважней. И только спустя много лет, получив совсем другое образование, обзаведясь семьей, она вновь взяла в руки кисть и решила воплотить свою мечту. Как-то жизнь меня все время отводила от этого. Сначала музыкальную школу вместо художественной, потом я все-таки отучилась в Евдокии Егоровны в художественной школе. Потом высшее образование тоже было не связано с художеством. И вот только сейчас, по истечении, можно сказать, 30 лет, я все-таки поняла, что это мое, это то, чем я хочу заниматься, то, в чем я хочу совершенствоваться. Ольга Павлова к выставке готовилась всего год. За это время художница написала 75 картин. Вот когда Оля год назад пришла, у нее в руках было, ну, буквально, наверное, 5-6 работ, не больше. А понятно, что выставочная площадь нашего зала требует гораздо больше картин, не менее 40. Конечно, было какое-то сомнение о том, что сумеет она в течение года освоить и сделать, и создать как можно больше произведений, чтобы наш зал не пустовал. И оказалось, что она очень плодотворный художник. Все картины Ольги Павловой продаются. Цены она устанавливала сама, и деньги от продажи будут перечислены в фонд помощи детям Добровольное общество «Милосердие». Художница надеется, что посетители ее выставки не только получат эстетическое удовольствие, но и по возможности помогут нуждающимся. Это тоже часть мечты Ольги. В основном покупатели ждут пейзажи и натюрморты. Среди работ множество самых разнообразных цветов. Все выполнено в теплых солнечных тонах, так как это видит сам художник. Своими работами я хочу обратить внимание всех людей на то, что красота, она рядом. Я уже об этом говорила, что все, что есть замечательное, все, что есть красивое, его можно вот просто посмотреть и пощупать. И нужно об этом помнить, ценить это и любить, любить своих близких, ценить то, что у нас есть, наслаждаться жизнью. Для Ольги рисование – это важная часть жизни. Художница рассказывает, что если хотя бы раз в день не сядет за любимое дело, то настроение сразу портится. К тому же акварель достаточно капризная и своеобразная техника. Она требует скорости, и исправить картину уже невозможно. Все нужно нарисовать за один раз. В нашем городе, в плеяде художников Цемертау, акварелистов, практически чистых акварелистов, практически нет. Поэтому, конечно, ее работы, которые на соответствующем уровне, несмотря на то, что это персональная выставка, привлекут внимание наших посетителей, наверное, своей какой-то светлостью, теплотой. Не зря эта выставка названа «Свет души». Сейчас Ольга учится на педагога изобразительного искусства и черчения. От очередного высшего образования Ольга надеется получить не только диплом, но и полезные знакомства. Может быть, поработать с кем-то известным или открыть выставку в другом городе. Это даст ей возможность осуществить еще одну давнюю мечту – открыть изо-студию, где она будет учить детей и взрослых искусству рисования. Светлана Лебедева, Владимир Пороховой, новости Цемертау.